Дорогие друзья, мы продолжаем втащить кому-нибудь еще нечаянно. Просто кнопочку нажимаем не ту и все. Сейчас мы не ту кнопочку нажмем, скачаем все файлы, закончим миссию, начнем заново. Начнем другую миссию. И так пройдем игру. Просто случайно не те кнопочки нажмем. Вот так. Я так смотрю, ты очень умный. Да, я такой. Хочешь случайно нажимать кнопочки, пройти целую игру? Да, а чё? Так полное усиление идет. Дорогие друзья, вы когда проходите в играх, вы читаете хоть когда-нибудь там, что за какая кнопка что отвечает? Лично я никогда не читал. Я просто нажимал, еще раз нажимал. Нажал, например, на X. Что-то сработало. Нажимал на квадрат. Что-то тоже сработало. Это, кнопки до того и придумали, что нажимать, я не срабатываю. Да ладно. Я сам в шоке, я узнал только недавно об этом. Так же на ПК, когда играешь в какую-нибудь игру. Просто жмакаешь по клавиатуре, по мышке, и все равно что-то, да и сработает. Ну, нечаянно свое его завалишь. Ну, я ж просто нечаянно кнопку нажал. Привет, банда. Как у тебя дела? Ты помнишь, это именно та, которая... А, это который чай продает. Из Чайна Тауна, ну, китайцы. Нет? Прячьтесь за что-нибудь. Да, баба, прячемся. Лучше да. Пригнитесь. Ты ее убил. Я ей хотел просто ударить. Ну ты ударил ней. Еще... Я ее убил. И еще тем более задушил ее немножко. Ну ладно, нормально. Только слушай, ты когда-нибудь пойдешь взламывать или нет? Еще сюда едет полиция. Капец, полиция. Помолчи мне тут. Полиция, банда. Еще одна банда. Что я тебе сделал? Вас поняла, банда. Постараемся. Вас поняла, что, банда? Как сделать так, чтобы тебя полиция не заметила? Упасть в воду? Окей. Банда, Зота просто подъехал к нему. Чё? Время закончилось? Нет, вас арестовали. Как? Прикинь, что они меня потеряли? Как-то арестовали. Окей, ладно. Окей, я поверю. Дорогие друзья, это Watch Dogs 2. Ничего. Ладно. Бывает. И мы уже в запретной зоне. Вот видишь? Приближаюсь к серверной. Я вам сейчас... Ты скоро подберешься к серверу базы данных. Ну, если обойдешь сигналки, лазеры, да, и пожарных охранников. О, и всего-то? Класс. Прикольно. Дорогие друзья, как попасть в запретную зону и пройти пол... Зону, то, что нам нужно, всего лишь просто. Ничего не будет. Умрите. Начнем. И все. Выдай на них банду минков. Итак, Ив. Один тебя... вопрос, банда дебилов. Я им помог, убил. Они тебя решили убить. Вот. Да, кстати, я дробовики тоже прокачивал, так что дробовики должны сносить очень долго. И тебя, кстати, тоже сносить. Но! Убил? Я не убил. Хватит уже! Вижу. А еще стреляет с автоматов. А ты будешь с ними перестрелку вести или побежишь? Как ты думаешь? А вдруг нет? А как ты видишь, я уже бегу. Не мне, я ухожу. Окей. Все, ты открыл дверьку. Я поставил дверь. Сишку, закрой дверьку за собой. Пожалуйста, надо быстрее уходить. Потому что... То есть, не знаешь, нам сейчас будет какой-то... Было бы полное ПП. Прикинь, мне еще потерять.
Это же хорошо. Куда он делся? Ребята, у нас нарушитель. Где? Скоро вышли в описание объекта, прием. Давай, давай, Вася ран, Вася ран. Черт, черт, тихо, тихо. Стреляет сзади. Сзади, я сказал же. Я уже слышал, но я хотел повернуться. Но не успел. Смотри, за боевика мне пришлось вплотную ему меня стрелять два раза. Пулеметчика можно за 15 километров одной пули минимум бить. Как? Ну, это, наверное, жесткий пулемет просто. Это очень жесткий пулемет. Это дробовик, понимаешь? Дробовик. Любой дробовик, особенно вплотную, это точнее. Ну, у него, наверное, был не жесткий. Приближаясь к серверной. Ты скоро подберешься к серверу базы данных. Ну, если обойдешь сигналки, лазеры и вооруженных охранников. О, и всего-то? Класс. Да это мы сделаем в легкую. Чё, до нас-то сделать? Всё-то нам потребуется несколько часов. Да. Но главное, мы это сделаем, дорогие друзья. И моё место. И, кстати, с вашей помощью вы ставите лайкосики, подписочки. Сейчас, именно остался вместе. Здесь палят камеры. Вперед! Как они заметили? Так я вообще не волнуюсь. Промазал. Дробовичка тебя стреляет. Ну попал. Оп, давай, давай. Тихо, не надо эту песню рекламировать, она тоже палится. Ладно. Танцуем все. Так, так сказать. Угу. Танцуем все. Тебе же надо открыть терминал закрытой сети. Вот он. Да блин, Влад! Не, да чё ты? Как? Я уже стрелял, даже. Я уже двоих завалил, прям. Надо было оглушить того. Как? Ну, треугольником на него нажать. Он был через стол. А, ну все равно можно было, наверное. Нет. Я не знал. Я одного оглушил, второго убил, третий меня убил. Окей. А прикинь, такой Рэмбо, сотого убил. Приближаясь к серверной. Ты скоро подберешься к серверу базы данных. Ну, если обойдешь сигналки, лазеры и вооруженных охранников. О, и всего-то? Класс. Давай, короче, гасим их всех. И сваливаем. Ходим. Сваливай, сваливай. А ты минку поставил? Не, пока вроде все норм. Давай, давай. Тихо. Тихо, стойте. Не, нам подкрепление не надо. Давай, давай, быстрее, перебирай своими ножками.
Ну, я хоть нож. Ну, вообще по-жесткому получается. Это вообще жестко. Блин, этот робот должен взорвать. Грена. Блин, беги, дебил. Диванчик спасите от осколков, да? Угу. Вот они дебилы кинули гранату. Обходят! Обходят собаки! Убил. Видят, что я, короче, убегаю за диваны. И, короче, тупо стоят дальше меня. Вот дебилы. Ну. Эй, вот. Это реально дебилы. Грена. Сзади посматривать. Спасибо, что напомнил. Пожалуйста. Карту за то заодно посмотрел. Вот это самая простая одна карта. Ну, конечно, извините, если это вас, конечно, бесит, то что мы... Окей. Ну... Я просто хотел сделать типа подкат, и, короче, его взрывом, и он только на коленках пролетел у нас. Короче, все, в общем, не высовываемся. Они меня простеряли. Так что с меня, в общем, да, и не обошли. Тихо. Хотел сзади закинуть. Блин. Так, вот. Далеко. Вот. Пусть подходит, взрывается. Ну, да, кстати. Счёт. Эй, прикройте, взрывайтесь. Наш счёт. Ну давай, бей все. Пойдем откроем, блядь, счетов. Так, вот. Не поверь, сейчас стараюсь. Тихо, сейчас убью. Аль, это главное. Головой. Грена. Слышу. Где нас крыть? Они, кстати, не вызывали подкрепление вроде. Ну, вызывали уже несколько раз, но я просто все. Ну, я знаю. Шмаляют. Она не приедет. Да. Их, кстати, много очень. Это поштовская слава. Случайно не было. Что, реально? Блин, опять пробежали. Кучка бомжей. Да сколько их здесь? Все, вообще, без... все, в общем, буду подниматься, короче, все выше и выше, и по пути, в общем, раскидываться. Давай, нам надо открыть по-бырому это. Вот туда пойдем. Да, кстати, мы скоро, кстати, прокачаем одну штучку, называется, где около 5 бомб можно таскать с собой. О, ну наконец-то. У нас еще видео сейчас. Да. О, окей. Нормально обошли. Оказывается, нас тоже могли через другую лесенку обойти. А чего они об этом не догадались? Нет, они шли через ту, которая со взрывчаткой. Ну, один, конечно, обошел. Отдыхай. Все, такой. Все, спим. Ну. Я так понимаю, кто-то уже пытался через ту, которая была заменена. Иди логично. Три выстрела, чтобы его сделать надо было, чтобы его бы убить. Офигеть. Сюда я даже вспомнил, даже точнее понял, кто пытался к нам подняться. Помнишь, я же одного от первого кинул усыпляющую, да? Угу. Она ведь когда-то же кончается. Туда. Это же простая электрошоковская граната. Сколько их тут много?